Вам известна эта история. Вы все ее слышали. Он не давал политиканам строить школу из гнилых кирпичей. Но проиграл. Проиграл. И она рухнула. Вскоре после этого чиновники из города прикатили в шикарной машине и сказали простаку, что его хотят выдвинуть в губернаторы. Эти в полосатых штанах сказали, что МакМерфи – орудие в руках Харрисона, винтик в городском механизме, и они хотят, чтобы ничтожный простак, благодетель, вступил в борьбу и стал честным правителем. Знаете, кто были эти люди в той роскошной машине? Лизоблюды Джо Харрисона, решившие поделить голоса простака МакМерфи. Да, простаки, ваши голоса. Ваши. Вот он. Он самый Иуда Искариот, Лизоблюд, столичный подхалим. Вот он. Иди сюда, Тайни. Смотрите. Марионетка Джо Харрисона. Выйди, поклонись. Давай. Люди хотят посмотреть. Иди, поклонись. Вот так. Где пусть? Пусть лежит. Оставьте свинью валяться в грязи. Оставьте и слушайте, простаки. Да, не я один. Вы тоже простаки. Вас тоже надули тысячу раз, как меня. Но теперь я сам их надул. Я их надул. Этих разоедных лизоблюдов, презирающих простаков. Я сам стану губернатором. Я бросаю им вызов и жажду крови. Я бросаю им вызов.